Ну что ж, после выступления следующего участника из этой тройки, наши наставники большинством голосов примут решение, кто из команды Максима Фадеева пройдет в полуфинал. Итак, на сцене Сева Ханаган. Встречаем. Мою песню была моя инициатива, я очень хотел, как бы, я для этого сюда и пришел. Нам предстояло выбрать песню, я просто показал свою песню, и мы сразу пришли к тому, что надо ее петь, им понравилось, я очень рад, что им понравилось. Если я почувствую, что это вообще не мое, то есть я не могу это петь, но мне говорят, пой, ну, навряд ли я это буду петь. Они приходят и говорят, что они знают, что им надо петь, они знают, что им надо, какую прическу, какое платье. Такое количество пафосных уже людей, снобов, что... Я просто поражаюсь вообще. Откуда что берется? Танцы на стеклах, танцы не для слабых. Я ее не узнал. Вот. Там совершенно другая гармония и мелодия. Но он спел хорошо, да. Спасибо большое. Я посчитал, что зачем вы хотите делать Макса Фадеева, если можно делать Севу. Абсолютно все в моей команде мне конкуренты. Там все крутые ребята, простых туда не брали. Будет битва. Темноту за руки доверяя, там внизу встречи и разлуки все оставляя. Хрупкая планета, знаешь ли об этом, как в руках хрусталя горсть, каждое мгновенье радости, затмение и любовь, любовь. Давай мы с тобой улетим и посмотрим издалека, что планета ранима слегка, что сберечь мы такую хотим. Закрыли глаза, только тобой несложно и в уму слов нет красоты. Я твоей заложники, я готов. Радуга над нами, загадай желание, я уже загадал сам. Ты моя планета, об этом ты любовь моя. Давай мы с тобой улетим и посмотрим издалека, что планета ранима слегка, что сберечь мы такую хотим. Закрыли глаза, только ну что, вот и выступил последний участник из великолепной тройки. И мы обратимся сейчас к наставникам. Я, конечно, этакая бука и критик. И не соответствую своей улыбке.
Но мне не понравилась песня, вообще не понравилась. Мне даже жалко. И я помню парня на кастинге, и я понимаю, что он захотел спеть свою авторскую песню. И, наверное, сейчас он на меня обижается, потому что песня — это как ребенок, и когда она рождается в голове у автора, последняя особенно, она обычно самая любимая, самая хорошая. А я считаю, что песня, ну, никакая, эмоции надуманные, и поэтому вот не хочу быть провидцем, но мне кажется, ни один из нас за него не проголосует. И виной этому песня. Песня неплохая, не могу сказать, что она претендует на гениальность. Она хорошая, крепкая, довольная песня, спел он ее ярко, да, это не лоховская, не дармовая, не проходная, ну, нормальная песня для нормального альбома. Знаете, я хотел бы добить тему песни. Значит, песня-то действительно неплохая. Здесь просто вопрос, что русский язык вот к такому стилю никак не привязывается. То есть это все пролетает как совершенно незамеченные отрывистые фразы, и все, они не вкладываются в смысл, и поэтому теряется общее ощущение песни. Поэтому лучше было бы ее спеть на армянском, на английском, вообще на любом другом языке. Но лучше на армянском. И я думаю, что было бы гораздо более нам интереснее и приятнее, и интонации другие бы появились, потому что это не русская культура, и поэтому русский язык здесь немножко ни при чем. Вот в этом, мне кажется, ошибка. Мне понравилась песня. Но единственное, что я могу критиковать, это немножко фальшиво спел. Было такое? Ну, было это чуть-чуть. Единственное. Но мне понравилось, так что молодец. Спасибо. Продолжается борьба между тремя...